Итак, ребятушки, всем привет! С вами снова Настя Лир. И, о да, это снова Red Dead Online. Мне безумно полюбилась эта игра. И последние несколько дней я просто только в нее играю, честно говоря. Она просто, не знаю, погрузилась я в нее полностью. И сегодня, ребят, у нас будет с вами, во-первых, два каких-то интересных задания. И, во-вторых, покупка лошади, о которой я уже очень долго мечтала. Да, мы с вами съездим в конюшню. Кто не знает, я вам покажу, какие там еще есть породы лошадей. Очень красивые. Но сегодня мы купим с вами, скорее всего, Шайра, потому что я хочу толстую, пухлую, мощную лошадь. Да. Вот. И, во-первых, я хочу сказать огромное спасибо всем ребятам, которые проявили какую-то активность, которые очень многие написали мне большие сообщения с какими-то советами по игре. Мне это, правда, очень-очень помогло. Я поняла хотя бы, где мне купить щетку, чтобы чистить свою лошадь, чтобы она не ходила полумёртвой, полугрязной, короче. Вот, я теперь профессионал, я теперь умею чистить, смотрите. Вот это да, вот это познание. Так что большое вам спасибо. Единственное, что я уже на 15 уровне, но до сих пор есть какие-то у меня вопросы. Например, я недавно через каталог купила себе винтовку за 150 баксов, я потратила деньги, и в итоге у неё, она просто не пришла. Ее просто нет в посылке. Ее просто нету. То есть, как бы, я не знаю, что делать. Я уж и в лагере посмотрела, и где только можно посмотрела, но я не знаю, куда она делась. Это какой-то прикол. Просто это обман, мне кажется, тысячелетия. Вот, также из актуальненьких новостей я себе немножечко изменила персонажа. И да, как вы видите сейчас, я надеюсь уже, что картинка не дергается, потому что так, мой компьютер, точнее, да, мой компьютер просто не справлялся. Также я себе курточку прикупила, и да, прическа у меня теперь косичка не сзади, а косичка спереди, мне так гораздо больше нравится. И цвет более волос, более блондинистый. Также я сделала более длинные гривы своей лошадки Морган, посмотрите. Короче, произошел какой-то фейл, потому что игра у меня лаганула, но понятно, что онлайн-версия, и меня просто выкинуло, и пропал мой, собственно говоря, мое задание, которое я хотела пройти. Но ничего, так что мы сейчас с вами выполним немножечко другое, которое, наверное, даст не... Ой, полетели. Которое, наверное, даст не так много опыта, но все равно будет полезно. И потом отправимся покупать Шайра. У него, правда, небольшая скорость, и дорогая лошадь, которую я хочу, она, конечно, более скоростная, но я куплю сейчас попозже, потому что сейчас я такая немножечко очень бомж. Вот, так что я прям очень жду. Я еще никогда в Red Dead Online не покупала себе лошадей, поэтому такой волнительный момент. Мне бы разобраться с этим всем. Ой, я туда вообще бегу. И я надеюсь, что все будет в порядке. Давайте возьмем задание. У нас какая-то тут дамочка. Это же дамочка. Тетечка. Сейчас она скажет: «Убей, отомсти! Ненавижу!» Незнакомка. Поздороваемся. Здравствуйте, дама с пистолетом. Красивая. Какая красивая. Да, наш немой персонаж ищет работу. My father wants to go on a trip, avoid the illness that's plaguing the county. He's never run away from anything in his life. At least that's the way he tells it. And now this. Mabel, please pack all my dresses and both the guns. Yes, Miss McFarlane. Sweet girl, but to call her a village idiot would be unkind to most idiots. Miss McFarlane? Yes, Amos? The wagon. Что-то прям диалог такое. It's gone. Как-то их не очень много было пока что. Well, we don't know. That's what gone means. It means that you cannot find it. Все, пойдем с вами искать караван. Какая красотка. Просто очень нравится этот персонаж. I suppose maybe Jimmy used it to take his mother to the doctor. He was riding through some nasty country. God damn it. Excuse me. Понятно, давайте. Сейчас давайте, уже дайте мне спасти всех. Конечно, помогу. Всегда всем помогаю. Особенно за деньги. Не проходило задание «Любовь и честь», по-моему, называется, ну, можно сказать, сюжетное. И там у нас был выбор. Нам там дали возможность. Правда, там был выбор как бы команды, потому что ты играешь с кем-то, точнее, ну, с какой-то группой людей, и там голосование, допустим, убивать персонажа, не убивать, как поступить. Так что...
как бы я рада, что опять же после того же самого Ведьмака. Ой-ой-ой, скач еще. Что у нас есть право выбора. Это так приятно. Хоть и команда, и возможно команда выберет какое-то, не знаю, не то, что хочешь ты, но все равно какой-то момент, что ты решаешь что-то. Это, конечно, прекрасно. А еще зацените, как прекрасно шерстка у лошадки блестит после дождика. Знаете, у меня еще был такой шок, когда я при близком рассмотрении разглядывала... Ой, я убила. Рассматривала лошадь и заметила, что у нее... Тут сейчас, наверное, не очень будет видно, как у нее венки на ногах проступают, когда она бежит. Просто это... Ох, это невероятно. О, иногда что-то интересное. Это вот... Это же наша... Это наша повозка, сволочи! Они ее забрали. Сейчас будем отстреливаться, ибо нефиг нашу повозку воровать. В реку. В реку сказала. Ой. Только вот не надо вот сейчас меня вот с коней с ваших. Я как бы лошадей не убиваю, я как бы... Ну, вы понимаете, если бы я убивала лошадей, это было бы да. А еще, кстати, я заметила, что я редко пользуюсь этим вашим, как его там называют, меткий глаз. Глаз сокола, глаз орла. Я не помню. Так, где? Откуда вы меня убиваете? Я не понимаю. Вот ты где. Хопа. Видали, как я его... Ладно, обыскивать не будем, фиг. Сволочь, убили лошадь. Нет, ты прощения. Это жестоко. Извини, Морган, я тебя... Ты уходишь от меня? Ну ладно. Бедная лошадка, закрывай глазки. Возможно, сейчас нам придется отстреливаться. Еще я так понимаю, что здесь можно покупать телеги. Кстати, походу вот такого шара мы будем с вами покупать. Видите, он гнедой. Но я еще не решила, гнедого я хочу купить или беленького. Какая-то нарезовая. Я привыкла, что когда ты повозки с двумя лошадьми тягаешь, они везешь. Они более, скажем так... Они более медленные, потому что повозки обычно тяжелее. А тут она прям как завелась, как поскакала. Мне аж прям как-то это... Да. Так, у нас 15 минут. Ой-ой-ой, вот не надо вот сейчас вот... Да, вы достали. Я сейчас их задавлю, смотрите. Если не лошадь, не гроб, хопа. Нет, не завалила. Вы не стоите моего внимания. Вы абсолютно... Лишний здесь. О, нет, пожалуйста, едь. Лошадь, пожалуйста, я тебя умоляю. О, нет, срочно нам нужно сожрать что-нибудь быстрее. Встал. Ты меня заколебал. Все. Вот и сиди там, ага. Все, до свидания. Спасибо большое. Так, ну что, вот мы с вами достали. Ой, как красиво, посмотрите. Посмотрите, какие закаты. Какие красоты. Деньги нам дайте, пожалуйста. Вы нам обещали кучу денег, насколько я помню. Теперь, ребята, самое ожидаемое просто, самое ожидаемое из самого ожидаемого. Где моя конюшня? Так, тут нету. Мне бы где-нибудь неподалеку хорошо было бы купить. А, вот, смотрите, вот у нас тут есть конюшня, в Blackwater. Сейчас мы доскочим до туда, купим шаром. Я не знаю, знаете, я, поскольку это что-то новое, еще один... Морган. Поскольку это что-то новое, я просто в каком-то диком восторге. Я не знаю, оправдаются ли мои ожидания, но вы знаете, что я люблю. Пухленьких лошадок, больших, толстеньких, хорошеньких. Прям жить не... О, я бы поохотилась бы, может быть. Да, там же есть мечник. Я сейчас вам покажу свои профессиональные способности. Смотрите, я научилась охотиться. Смотрите, хопа, готово дело. Морган, сейчас ты потащишь эту тушу. Я не понимаю, как эта маленькая лошадь может, в принципе, таскать такие грузы. Это просто что-то. Хопа, ну погнали. Да. Я каждый раз вот играю, тут такие пейзажи. Просто, посмотрите, табун лошадей диких. Это ж такая романтика. Просто кошмар. Ну что ж, вот тот момент, которого я ждала довольно-таки давно, потому что я все копила деньги. И вот, наконец-то, мы с вами приехали в конюшню, чтобы купить сейчас с вами лошадь, ребятки. Так, все, я захожу. По-моему, здесь вход. О, да.
Сейчас будем с вами покупать животинку. Правда, я еще не уверена на самом деле, все-таки шайр это или не шайр. Я скажу, что мне на самом деле безумно понравилась одна порода, но она у меня будет явно потом. Вот, миссурийский фокстроттер. На самом деле это дико милая лошадь, но нужен большой уровень. Сейчас, конечно же, у них классные показатели скорости, поэтому еще. И они доступны уже сейчас, только, естественно, стоят 1000 баксов. Да, мне очень нравится. Это серенькая лошадка, это тоже ничего. То есть, да, но я думаю, что я буду покупать, скорее всего, потом. Также, поскольку я выбираю, скоро уже докачаю, ну, типа, доберу 10 монеток и хочу быть охотником за головами, мне откроется доступ к этой лошади, к бретонской породе, мне тоже она ужасно нравится. Тут вот столько много разных классных мастей, мне вот эта нравится масть, и, конечно же, вот эта вот, потому что, знаете, на кого похожа эта масть? Ну, давайте, ну, скажите. На желанного мечтателя безумно похожа эта лошадь, эта масть, поэтому, когда я уже открою себе охотника за головами, мы с вами купим желанного мечтателя, но не Stable Abred Dead Online. Ну, скажите, классно же. Такие они тоже тяжики. Вот, потом тут еще есть, конечно, много безумно классных пород, масти, которые мне безумно, безумно нравятся. Но я думаю, что все-таки сейчас мы с вами... Да, вот видите, нам открылись шайры. Раз шар, шайр, шар, шар. Вот раз шар, два шар. Вот эту лошадь мы уже видели в гнедую. Но вот я не знаю, потому что они как бы, да, у них показатели такие же, стоят они 120, но я очень хочу тяжеловоза. Также у нас есть еще вот бельгийская, видите, вот такая, вот такой вот вариант, вот такой. У них чуть-чуть получше разгон на одну единицу, но вот не знаю, не знаю. Также мне, на самом деле, вот суфольская довольно-таки нравится, но тоже вряд ли. Все, ладно, давайте купим вот этого, темно-гнедого. У нас тут можно выбрать жеребец или кобыла. Пусть будет жеребец. Все, давайте купим. Я нажимаю Enter, заветную кнопочку. Вот мой Морган. И... О, какой он огромный! У него только что-то с гривой. Ребята, он такой большой, обалдеть. А как его назвать? Подождите, стоп, как его, можно его назвать как-нибудь? Избавиться, вы что, с ума сошли? Назвать его можно? Извините, это типа... Что? Как назвать это лошадь? Я не понимаю, ребята, это что такое? Спустя полчаса долгих размышлений я решила назвать его Меригольд, потому что это фамилия моей прекрасной Трис Меригольд, чародейки из Ведьмака, поэтому просто отдельно как это... То есть, как бы это ее фамилия, но как имя, в принципе, тоже довольно-таки классно смотрится. Плюс, конечно же, это будет мне напоминать мой любимый Трис. Мы теоретически можем ему сделать что-то с гривой. Но я, честно говоря, пока даже не знаю, какие тут еще. А вот можно сделать длинную. Но мне пока нравится его обычный вариант. И да, кстати, мы можем еще сделать гриву Геракес. Тут есть дреды какие-то. Но... розовый цвет. Да, и мы, получается, можем сделать белый цвет. Это, кажется, моя мечта. Ну ладно, давайте пока что он побудет таким. Может быть, когда-нибудь что-нибудь случится. Где мой конь? Я поняла, я купила лошадь. Доверие лошади заслужено. Ваша активная лошадь погибла или недоступна? Что? Что в смысле недоступна? Вы... Мой сладуля, ко мне бежишь, привет! Это, божечки мои, какой хороший мальчик! Вы гляньте, я мечтала о большой лошади, и поэтому для меня какие-то нереальные эмоции, тем более, что она выглядит очень реалистичной, очень большой уж мой! Обалдеть! Ребят, я всё! Мне больше ничего просто в этой жизни не нужно. Посмотрите, какой он огромный, посмотрите, какой он прекрасный. Просто... Я пока что бомж, поэтому ничего особенного-то я покупать больше не буду. Ребята, мне... Ну-ка. Какой огромный!
гляньте, какая лошадина огромная. Хоп-хоп-хоп, обалдеть. Хоть он и не такой быстрый, может быть, это не важно. Важно, что это огромная громила. Теперь будет моим любимчиком. Как это мило. Иди сюда, мой огромный пупс. Ну он реально... Мой сладенький Меригольд. Ну все, это просто... Это любовь. Это просто... Это такая любовь, ребята. Мне он дико нравится. Я все-таки рада, что я купила гнедого, а не серенького. Потому что серенький, конечно, классный, но мне больше нравится гнедой. Ой, как я не ошиблась, ребята. Ой, как я не ошиблась. Давайте еще для пущей красоты включим кинематографический режим. Вот так вот он прыгает, такой... Ну, знаете, мне, наверное, тут эмоции очень яркие, потому что это именно очень похоже на реальную лошадь. Ну, то есть, в Сосошке ты понимаешь, что это моделька, что он как бы... Моделька и есть моделька. А тут прям вот вы гляньте, она настолько реальна, что это кошмар. Это кошмар, насколько она реалистична. Это нельзя делать, это too much. Рокстар, что вы делаете, что вы творите? Ой, знаете, мне это напомнило «Храброе сердце», где Миринда тоже у нее была похожая лошадь, так черная. И она как на ней скакала, так и мы сейчас скачем. Но это просто реально через край на самом деле эмоции у меня сейчас. Еще знаете что? Во время обучения там вроде как учили вставать на дыбы, но я не совсем поняла, как это делать. То есть там что-то с Ctrl, что-то там... Ctrl-пробел, в общем, что-то я вот немножечко, как бы, в этом плане лошок. Поэтому, если вы мне напомните, я буду вам ужасно признательна. Еще у него, кстати, интересно, что как-то, видите, вот фрагментарная какая-то у него, вот, его, хочу сказать, гнедота. Вот такой видео, ребятки. Я, наверное, не знаю, нужно ли нам сейчас что-то еще делать. Просто посмотрите на красоту. Ну, потому что... Я не понимаю, вот говорите, Red Dead не про лошадей, это просто как типа GTA, только в стиле вестерн, да. Но вы посмотрите на него, это же все. Извиняюсь, я понимаю, что я это повторил уже 1000 миллионов раз, и что я как бы, да, чуть-чуть в этом плане чокнутая. Потому что я обожаю огромных лошадей, а тут, считай, просто такая булочка огромная. Нет, солнце! Я хочу красивые кадры! Это вот такое получилось очень милое видео в основном. Да, тут как бы покупочка невероятной лошади, которая просто меня лично не просто покорила, а убила просто своим огромным... Просто тем, что он такой прекрасный. Я рада, что я не ошиблась, как мне кажется, ни с гривой, ни... Точнее, ну, в общем, что я выбрала именно Шайра, потому что это моя мечта. Теперь я буду просто получать еще больше удовольствия. Тем более, что у нас есть возможность изменить, например, гриву. В общем, счастье полной штаны. Большое спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Так же, как и мне, хо-хо-хо-хо. Ладно, мне тут больше всех понравилось, на самом деле. Ну, понятно, почему. Если вдруг вы знаете ответ на какие-то вопросы, или можете мне помочь также в том, какие-то советы, может быть, я буду очень вам признательна, потому что я все-таки в этом мире новичок. Но буду рада, если несмотря на то, что я еще чуть-чуть профан, что вам все равно было интересно посмотреть это видео. Очень прям вот мечтаю об этом. Так что всем большое спасибо за просмотр. Мы с моим Меригольдом желаем вам. Офигеть! Хотела, значит, видео закончить. Боже мой, ну я молодец. Лошадь-то моя жива новая. Или в первый день мы ее с вами убили. Ёлки-моталки. Сейчас я вам покажу мастер-класс по воскрешению. Моя лошадь, видите, полумертвая. Настя молодец. Вот нет, чтобы на по-нормальному все сделать. Все снять. Нет, вот надо грохнуть свою лошадь, потом бежать ее спасать. Ой, мать моя женщина бедная. Держись, моя прелесть, я тебя спасу. Я тебя спасу. Твоя мать дура. Извини, пожалуйста. Ты мое солнце.
я тебя, прости меня, я такая глупая женщина. Как я могла тебя спустить со скалы? Ну, это минусы, как мы поняли, уже такого управления в кинематографическом да, режиме. Все, ребят, теперь точно, уже аж ночь. Всем большое спасибо за просмотр, всем большой удачи и всем пока.